Таганок откроет новый театральный сезон Башкирского государственного драматического театра. Премьерный спектакль ставит московский режиссер Антон Федоров по мотивам повести Мустая Карима. Это драма о детях и взрослых, о бытии и фольклоре башкирского народа. И любовь, доброта, простые вещи, которые уходят из нашей жизни. Но, вернее, не уходят, поскольку, приходя в зрительный зал, ты все равно испытываешь эти эмоции, значит, они никуда не уходят, просто мы про них как-то чуть-чуть забыли. А вот когда берешь книжку Мустая Карима, ты вспоминаешь, улыбаешься. Вот надеюсь, что такие эмоции будут посещать зрители, которые придут на наш спектакль. Премьера состоится 28 и 29 сентября. После спектакля будет представлен в Уфе.